Всем привет! Вы на канале Лина Лори. Меня зовут Лена. Сегодня я с Лизой, я не гуляю. А тут опираюсь на пенек, она бегает тут. Вот она, вот ее не видно. Я штатив с собой взять не смогла, потому что я бегаю. Да, дошли до того, что я бегаю, поэтому я вот в таком виде. Я уже пробежала ровно половину пути и сейчас побегу в обратную сторону. Что ж меня обнесло? Вчера в Инстаграме я выложила очень красивую фотографию у нас с выставки. Шуршит. Там подпись, почему Лиза такая грустная. Почему же Лиза такая грустная? Потому что, получив свой социп, ну, в общем, как мы съездили? Мы съездили хорошо, у нас была цель хотя бы один социп, мы его получили. Также мы получили резервный социп. Вот что представляет из себя ездовой маламут. В общем, социп мы получили, все хорошо. До Интера остался последний шаг. Так-то в теории мы уже его закрыли, потому что давным-давно, в 2017 году, мы получили уже социп, ой, резервный социп за сукой-чемпионкой. Но что это за сука, и каталог найти я не могу, поэтому мы будем все по-честному, без резервных соципов закрывать. Вот, получили мы свой резервный, ой, свой социп, все хорошо. Что такое, почему я так это говорю, для тех, кто не знает, это шаги к интернациональному чемпиону. То есть Лиза у нас чемпион России юный, взрослый, чемпион национального клуба породы, чемпион, гранд-чемпион, юный и взрослый. В общем, она закрыла все возможное. Несколько раз она чемпионка национального клуба породы. То есть это все мы проходили, и вообще все круто. Также можно стать мультичемпионом, если ты закроешь чемпионство нескольких стран. Но у меня сейчас с этим проблема, потому что чемпионство закрыть нескольких стран — это не сложно, это дорого. То есть мне надо бросить все свое хозяйство, детей не на один день, потому что поездки бывают очень длинные, и это сложно сейчас для меня сделать физически и материально, потому что это все, конечно, дорого. Я не буду даже спрашивать, что ты там делаешь. Вот, мы сходили на социп, и там было 3 соципа, и на втором был эксперт из Македонии. Нас судил 2 эксперта из Македонии. И, по-моему, этот человек выучил только одно русское слово, которое он применил к ней. Выйдя на ринг, он на нее посмотрел, поднял на меня глаза и сказал: «Жирный». Просто одно слово — «жирный». Я знала, что она немножко поднабрала, но как бы я не вижу этого, пока мне не скажут. Я думаю, что собачка в прекрасной форме, в форме шара. Вот, и оказывается, она потолстела, и от того, что она потолстела, она не смогла красиво пробежать. То есть, главное для ездовой собаки — это все-таки движение. И движение мы показали, свинки. Лиза у нас умеет хрюкать, да, Лиза? Хрюкать умеешь? Лиза умеет хрюкать. Вот, так, что еще? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сидеть, сидеть. Вот, а так как я тоже в прекрасной форме шара, я решила, что нам не помешает вместе побегать. Следующая наша выставка — это Россия. Да, я записана на Россию с ней. На один день, правда, только потому, что наш автобус собирается только на один день. Но мы попробуем съездить. В принципе, титул нам не нужен. Но растрясти жирок и какой-то повод, чтобы поднабраться силы и поднабраться мышцы, нам нужен был. Ну и вот, я считаю, это пинок, который нам поможет прийти в форму. Я тоже грустная, потому что решила бегать вместе с Лизой. Решила сесть на диету вместе с Лизой. Ну, с диетой как-то у меня всегда плохо получается, но хотя бы бегать я это точно буду. Вот, Лиза, вот пробежав, сейчас у нас примерно 3 километра, 4. Все, она уже все, она никуда не бегает. Ей ничего не интересно, ни кустики, ни грибочки, ни зайцы, ничего. Вокруг поля красивые места. Она говорит: дайте мне поспать, дайте мне полежать, я уже больше не могу. Вот такой у нас маламутик, который в прекрасной форме шара. Еще, кому же вы все-таки проиграли? Хотите знать? Я бы очень сильно расстроилась, если бы это были какие-то левые собаки, которых я не знала, и мы им проиграли. Но это тоже для меня повод гордости, повод такой вообще восторга, потому что нас обошли 2 девочки, которые из моего питомника. Ну, не то чтобы напрямую, они мои внучки. Первая девочка, которая взяла социп, это дочка моего щенка,
который живет в Нижнем Новгороде. Вот у меня есть Канти собака, и его сестра родила вот эту собаку, которая выиграла ЦЦИП. И представляете, это моя внучка. А вторая собака, которая резервный сацип взяла в первый день, это собака от Бинго Боя. А Бинго Бой — это мой мальчик, который родился в моем питомнике давным-давно, аж 8 лет назад, 9-й год идет. Вот, поэтому я считаю, что мы не проиграли. Ну, мы же первый день выиграли, мы стали лучшей сукой, мы получили все-все титулы, мы получили свой сацип. Потом мы взяли резервный сацип. И девочкам, которым тоже надо закрываться, это девочки, которые, корни которых лежат именно в наших собаках, в моем питомнике, поэтому это тоже классно, я считаю. Вот, а мы побежали с Лизой бегать дальше. Лиза, что, поди, встанем? Встанем, поди? Встали! Мы встали! Вот, пойдем бегать дальше. Пожелайте нам удачи, поболейте за нас, мы едем на Россию. Давай, подай. Все, пусти.